В доме номер 13 по улице 12 сентября продолжается капитальный ремонт. Этим летом заменяют коммуникации системы теплоснабжения. Установили погодник для энергосбережения и обновили трубы. Система погодного регулирования поможет сэкономить на отоплении до 25%. Предыдущий трубопровод был в аварийном состоянии. Обновили его вовремя. Стоимость работ общая составляет порядка 10,5 миллионов. В дальнейшем будет производиться замена стояков в квартирах, замена отопительных периодов. На данном этапе проводится работа с собственниками многоквартирного дома для избежания отказных квартир. Люди, которые против замены труб, подписывают акт отказа, после чего с их квартир снимается гарантия. И собственники сами несут ответственность в случае аварий. Впрочем, в 13-м доме люди ответственные, отказников почти нет. Эти работы должны были проводить в 2026 году, но получилось ускориться. Жильцы обратились в фонд модернизации ЖКХ и заказали экспертизу. Коммунальщики проверили износ сетей и приступили к работам раньше. Двор этого дома тоже приводят в порядок. В июле положили новый асфальт. Скоро у подъездов установят скамейки и урны. Подрядчики обещают управиться до 25 августа. Одновременно облагораживают несколько домов. По городу Ульяновску у нас выполняется ремонт на трех объектах. Это село Карлинское, дом 14, улица Врача Михайлова, дом 36 и улица 12 сентября, дом 13. Население обычно контролирует работы и подсказывает исполнителям, чего конкретно не хватает на территории. Например, одним нужны лавочки, а другим новая детская площадка. В этом году планируется обустроить 30 городских дворов. Все они входят в программу формирования комфортной городской среды. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.